Detective Castellanos? Was that someone else's memories? Прости меня. Вчера я был неправ. Прости меня. Таков уж мой нелегкий нрав, прости. Всю эту ночь ежеминутно я так хотел сказать тебе доброе утро. И это, собственно говоря, хочу сказать я тебе. И тебе. То есть вам, мои пацанючки, тебе, Тимыч Андреевич, и тебе, Пашенди Алексеевич. Хочу вас поприветствовать. С вами я снова Кирилл. И мы продолжаем, собственно, прохождение The Evil Within. У нас новый сезон, так сказать. Шестой сезон, первая серия. Ну да, собственно говоря, мы прошли пятый сезон, мы вышли из подземелья, мы в прошлой серии прошли аж два эпизода, то есть седьмой и восьмой, и сейчас у нас начался девятый эпизод под названием «Жестокие игры», так сказать. И надеюсь, вам понравилось мое небольшое отступление, и был такой ролик. Себастьян опять какая-то херня приснилась, и он оказался опять же в больнице, собственно говоря, да, как мы понимаем. Ну что же, по многочисленным просьбам Димыча Андреевича я решил на это прохождение одеть очки. Потому что он меня просил, в общем, и теперь я буду... В общем, ну я их, собственно, это надену, раз уж просил, что же поделать. Сейчас надену. Что ж, теперь я Васенди. Теперь я Васёк. Васенди Алексеевич в очках. Видишь, Пашенди? Я вот теперь Васёк. Так что вот такие вот дела. Ну, он, наверное, мне это сказал, Димыч Андреевич, чтобы я зрение не испортил, поэтому и надеть эти очки. Ну ладно, собственно, мы продолжаем, мы идем дальше. И опять я забыл засечь секундомер, как всегда. Опять встретили нашу медсестру. Что такое? Что ты вздыхаешь? Что ты там вздыхаешь, как бы я сказал, да? Ну что же, сейчас у нас лежит очередной путь в какую-то новую абсолютно локацию. Мы прошли подземелье, мы также встретили доктора Марсела Хименеза, которого мы так давно не видели, так сказать. И самое главное, что мы... Кого отпустить? Отпустите меня. Эту фразу я говорил в школе на последнем уроке. Отпустите меня, типа с последнего урока я уйду побыстрее. Ну и, собственно, не важно. Так, ну, думаю, сохраняться, наверное, не будем. Все-таки мы только что начали эпизод, да, но вот прокачаться, думаю, стоит. Сколько у нас всего денег. В общем, надеюсь, этот сезон будет довольно интересный. 4500, да хотя, в принципе, не, не будем. Маловато у нас деньжат. Так, проверим, есть ли у нас ключи. Говорю сразу, что за эту часть моего прохождения, за эту серию, мы весь эпизод не пройдем точно. У нас, кстати говоря, есть один ключик, давайте мы его исследуем, так сказать. Давайте лучше какую-нибудь такую вот, вот эту последнюю ячейку, что нас там ждет. Да, шприц. Ай, денег у нас на него нет. Ну ладно, мы тогда его используем. Два шприца. Ну, тоже, в принципе, неплохо, что я могу сказать. Неплохо. Скажу сразу. В общем, в этой серии будет у нас очень интересная локация. Кто там морёт постоянно, блин? Которую мы непременно же исследуем. В общем, нас тут просят, так сказать, встать около этих часов и удерживать пробел. И что же у нас будет? Что это такое, сука? Так, что надо сделать? Мать твою! Ты чё, херел, что ли, блин? Что это было? Я чуть не пересрался. Твою ж мать, а! Чуть реально не пересрался, блин. Я только смотрю в эту рожу, блин. Из коровик выглядывает, блин. Это же можно так пугать, а? Блин. Зачем так пугать-то сильно? Чё, хренел, что ли, блин?
Трувик, а? Странно, а почему больница резко изменила свой вид? Она же была вроде как бы... Какой-то деревянной стала, подожди. Странно. Согласись, мальчик. И дверь закрылась. Да, больница, психбольница явно изменила свой вид. Что этот Трувик опять пытается с нами сделать? Вскоре мы опять узнаем. Твою дивизию! Что это? Что это такое? Без фонарика мы нифига ничего не видим. И опять мы попали в лес. Да, Пашенди, снова мы попали в лес. Это что такое? Это же та самая ворона, которая была у нас во сне. Где были маки, вот эти все зомбачки. Охренеть, неужели это знак? Подожди, а что у нас ничего не берется? Ну, у нас экипирован, а что он его не экипирует-то? Пешком идет. Твою мать. Это те самые маки, которые нам приснились. То ворона сначала, то этот знак, сука. Господи, помогите, боже мой. Так, чуть резко подлагивать стало. Ну, понятно почему, потому что лес. Так что тут уже с небольшими поблажками будем проходить, так сказать. Ну что же, новая локация, опять мы вернулись в лес. И что же интересно нас ждет на этот раз, кроме этого тупого Рувика? Мне очень это интересно узнать. Твою мать. Так что вот такие вот дела. Буду немножко камеру вниз держать, потому что в середину будет эта вода подлагивать. Так, у нас тут еще одна. Бочки. Соберем где-то, наверное, 1010, да? Наверное, скорее всего, это баночки. И потом... И, собственно говоря, потом можно будет уже что-то думать. Так, ну пока тут свет вроде бы есть. Да, лес явно очень такой непрогружаемый. Так, у нас тут плита. Вот я невнимательный, фрагмент 15. Мне вот интересно, что будет, если мы соберем всю карту? Наверное, скорее всего, придется вернуться в начало игры, потому что... Я как бы, мне интересно узнать, что будет, если мы соберем все вот эти фрагменты. Нам откроется карта. Ну какая карта? К чему карта? То есть, каким-то сокровищем или каким-то тайнам. Хер там его знает. Так что вот такие вот дела. Опять вороны. Это Resident Evil 4 навевает чуть-чуть. Так, какая-то калитка. Это что за первая часть Resident Evil? Я не понял. Before, but... Лес, и потом идет этот дворец, замок, особняк или что это. Ну, в общем-то, вы понимаете, к чему все это, да? То есть весь этот лес сначала, потом этот замок идет, или поместье, неважно. Это все навевает нам то, что мы будем бродить скоро по этому самому замку, так сказать. Так что будет все сложнее и сложнее, а главное интереснее. Так что, пацанючек, готовься к интересностям. Так, у нас уже 5700, так сказать, денег наших, да? Так, тут надо смотреть. Я буду тут все осматривать, потому что мало ли что, да? Бочки. Так, ну, в общем-то, да. Такие вот у нас дела. Еще одна бочка. Да, и хочу сказать новость, что вскоре этот Рувик будет появляться все чаще и чаще. И мне интересно, их можно пистолетом сбить, этих надоедливых ворон, так сказать. Может быть, нельзя, да? О, потом с пистолетом. Что, у нас арбалет, что ли, я не понял. Пашенди, ты не ржи, что я в очках, блин. Я хорошо вижу, понял? Вижу я хорошо.
Да, сильно, смотри, нагружается, да? Видал? Такие локации нагружаемые-то. Моя видеокарта что-то, походу, не выдерживает такие сильные локации. Ладно, пойдем туда по низу будем камеру держать, чтобы не так сильно. Ну ладно, надеюсь, мы все собрали, хотя... Я, в принципе, так и так что-то пропустил, да? Ну, ладно, нам главное идти дальше, эй! Дальше и тем не менее. Stop, опять Лезли, и опять доктор и Лезли. Опять они от нас ушли. Ну и вот, собственно говоря, девятый эпизод «Жестокие игры». Так, сколько у нас прошло? Уже минут 10, наверное. И появляется, да, у нас опять же больница. Но пока мы в нее заходить не будем, в принципе, тут у нас... Мы тут недавно совсем начали, смысл нам заходить. Да, и тут появляется очень похожая локация, как в четвертой части, да, замок, вспомни, там тоже были такие вот похожие, такая похожая очень локация, но, тем не менее, Evil Within есть Evil Within, так что, не нужно его ни с чем сравнивать. Блин, бери ты уже. Лестничка такая прикольная, нет, нет, тут, скорее всего, больше первую часть напоминает. Блин. Ну ладно, нам он что-то тут понадобится, нам сейчас придется... как и в первой части Резидента, второй части Резидента, часто бегать туда-сюда. То есть начинается у нас бэктрекинги. Раньше в The Evil Within их практически не было, а теперь они начинают появляться, так сказать. Так что теперь придется нам привыкать к беготне туда-сюда. Так. В общем, ну, тут, наверное, лежит дневник. Все-таки стоит его прочитать, или тут не лежит дневник. Ладно, потом его прочтем. Наверняка очередной дневник нашего Себастина, так сказать. Локация не очень трудная, но и не очень легкая, да, пацанючек? Так что стоит, не стоит расслабляться так сильно, то есть я, ну, не знаю, как она мне показалась, но она такая. Средняя по прохождению, то есть, ну, если все знать, то можно, в принципе, за минут 40 ее точно пройти. Если ничего не знать, то часа, наверное, 2 точно будешь ходить. То есть, если все так хорошенько осматривать, то часа 2 точно гарантированно. Прохождение этой локации, так сказать. Записка из столовой особняка. Наконец-то я нашел этот путь. Портал в новый мир. Все сведения с самого начала были у меня под носом. Я поражен. Я в ярости от того, что не разобрался во всем раньше. Особый процесс, который может сломать человеческую психику и дать мне свободу действий, так очевиден. И теперь... Когда я все вижу, теперь, когда моя задача ясна, мне кажется, что у меня нет выбора. Я могу добыть все, что я искал, все, что утратил. Но для этого нужны ресурсы. Хименес, наконец-то, этот кретин начнет отрабатывать свое жалование. Так, а кто же это писал-то? Что это? Сука, что это такое? Помогите! Господи! А, кто-нибудь! Помогите! Бежим туда. Твою мать. Блин, я боюсь. Твою дивизию. Сейчас была такая напряженная обстановка, как будто нас сейчас изнасилуют. Да. Хочу тебе рассказать, Пашенди, об одном таком моменте, так сказать. В общем, по прохождению определенного времени в этом особняке, да, через какое-то определенное количество времени здесь будет появляться Рувик, да. Рувик будет появляться примерно где-то на секунд, наверное, 20 так. И нужно от него сразу же убегать, потому что если он до тебя дойдет, этот Рувик, то он сразу тебя убьет. То есть нужно как-то продержаться. И время от времени он тут будет появляться, время от времени, когда мы будем проходить определенные действия, он тут будет появляться. И нужно все время от него увиливать, убегать, чтобы он не поймал. Так что такие вот дела. И, наверное, все-таки, наверное, я сохранюсь, потому что мало ли он опять появится и даст нам люлей, так что лучше уж сохраниться, так сказать. У нас очередной... А, нет, вырезка из газеты Crimson Post. В Crimson City при пожаре погибли ребенок и няня 11 февраля 2012 года. Несмотря на все усилия пожарных, маленькая девочка и ее няня погибли в огне и дыму. Какая жалость, а.
Эта трагедия произошла в частном доме в Парк Риджи, одном из районов Кримсон-Сити. Пожарные прибыли быстро и действовали решительно, однако огонь распространялся еще быстрее. Погибшие Лили Кастеланос, 5 лет, и ее няня Хуанита Флорес, 56 лет. Родители Лили, детективы городского департамента полиции, бросились к месту пожара, но не успели спасти из огня свою дочь. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов, и дом сгорел дотла. Причина возгорания неизвестна, однако, по предварительным данным, она связана с неисправной проводкой. Далее на странице 8 пожар. Да, такие вот трагические данные. Дочь Лили, которую Майра и Себастьян воспитывали, погибла вместе с няней при пожаре. И никто не может установить точную причину этого возгорания, так сказать, пожара, и поэтому тут можно только гадать. Но все склоняются именно на эту проводку. Ну, все может быть. Ну, не мог же это Рубик правильно все сделать. Рубик, он только в потустороннем мире босс, то есть бог. А так-то что он? Ноль без палочки. Так что... Ну, давай сохранимся, наверное, да? Сохранимся мы... Вот здесь. Ладно, направляемся дальше. Так, тут у нас будет быстрее. Да, и теперь нужно беречься. Если Рубик будет появляться, то это будет крайне херово. Тут нужно сразу же увиливать, убегать как можно дальше. Хоть вообще там, не знаю, на край света, блин, от этого Рубика. В общем, да, тут уже... Опять же, нужно, как и вот недавно мы проходили в подземелье в 7 эпизоде, да? Тоже нужно собрать определенные детали, чтобы пройти, в общем-то, вперед, собственно говоря. И это непростые детали. Для того, чтобы их собрать, нужно решить определенные головоломки, которые-то я... в которые и не сразу можно разобраться, как их правильно решать. Так что, вот такие вот дела. Тут нужно уже будет подумать. Я уже знаю принцип, как решать. Я первый раз тут, когда проходил, я тут знал. И скажу принцип, как правильно это все решать. Там есть специальные подсказки, которые говорят о том... Твою ж мать. Которые говорят о том, где находится... Так. Как там надо кидать? Вот так? Паша, я только сейчас ничего не говори, ладно? Я сам это сделал. Кстати, да, я ошибся. Немножко я ошибся. Оказывается, я зря обзывал бутылки. Я зря говорил, что это говно, то, что они не понадобятся. На самом деле, они очень хорошо нужны. Их нужно подбирать. Ну, я дебил, конечно. Ну, не вините меня, пацанючки. Потому что я недавно в эту игру стал играть. Я ее плохо знаю, там. Хоть я и второй раз сейчас в нее играю. Хотя я и первый раз-то еще не прошел. Но, тем не менее, лучше уж так. Так, сейчас нужно беречься, может Рубик в любой момент выглянуть. Так, лучше топор взять, топором мы все равно с первого раза его убьем. Да... Безвреден. Yes! Так. Так. Ух ты, прям топором как бьешь-то. О, патрончики пистолета. Сейчас может Рубик появиться, главное не накаркать. Ну что каркать-то? Он может вообще в любой момент появиться. Так. Да, довольно-таки интересная локация. То есть, не, она не совсем большая. В принципе, даже в первом Резиденте, даже не в ремейке даже, а даже в первой части, в оригинальной Resident Evil, там и то особняк больше, чем здесь. Хоть даже в промежутке где-то лет, наверное, так. Сколько, когда вышла первая часть? Ну, так, в 96-м году. Так, 4, 10, 14 и 6. 20 лет. То есть, 20 лет. То есть, даже в промежутке. В первом Resident Evil, и то больше особняк, чем здесь. Хотя, может, я и ошибаюсь. Может, я там неправильно сделал. И вот, да, появляется, собственно, наша первая головоломка. И такие вот небольшие мозги. Нам нужно правильно разгадать, что же нам тут делать, так сказать, да?
В общем, тут нужно с помощью вот этого вот лазера, вот этого вот, который стоит, его можно двигать вот так, просветить определенное место в этом мозгу, чтобы осветлить, в общем, сделать, в общем, тут небольшую дырочку, отверстие такое, и тогда у нас откроется, в общем, первое место активируется в середине, ну, в общем, в холле у нас активируется первая пробуха, такая вот, первая плитка активируется. Так, в общем, можно тут осматривать, вот они. Вот, тут вот, в общем, есть подсказки, в общем, какие тут, что тут нужно делать. Я помню, тут вот эти две, тут будет всего три головоломки с мозгами. Три, или может даже четыре. И первые три или две я быстро понял, что нужно, как, куда нужно именно стрелять, ну, лазером. А вот последнюю там стоит немножко подзаморочиться, минут, наверное, даже так на 10. Так что это уже не так просто. Думать. Так, тут, в общем, желтым цветом показано, куда нам нужно идти. Либо вот здесь, коры головного мозга, либо консент, либо вот здесь. То есть либо правая, либо левая часть. Тут, в общем, уже втыкнуты некоторые такие иголочки. И если мы, кстати говоря, сделаем лазером по мозгам и не туда попадем, то у нас будет отниматься ХП. Так что. И эта башка, кстати говоря, как странно, живая. Хоть даже она и без тела. Так, КД, посмотрим, собственно говоря, куда нам нужно втыкать эту херню. Так. Вот у нас эта палочка. Ну, наверное, как мне кажется, где-то, наверное, здесь. Хотя я могу и ошибаться. Я думаю, что это два места. Либо вот здесь, вот где-то вот тут, где эта дырочка. Попробуем. Я могу ошибаться, я давно проходил. Вот так вот делаем. Да, я ошибся. Либо, короче, вот здесь. Не, я ошибся. Ну там не очень много будет ХП добавляться. Либо вот, вот здесь. Да, попали. Отлично. То есть. Ну да, все, мы разгадали, все. Все, вот первое у нас активировалось уже. Штука, так называемая. И Себастьян даже не понял, что он запустил. Вот у нас профиль сохранился. И нам показывается небольшой флешбэк из прошлого. Мы должны его посмотреть. Так, давай посмотрим. Места нет. Это, в общем, просто воспоминания, их невозможно уничтожить. Короче, это даже не призраки, это просто воспоминания. Их не существует, это просто воспоминания. Ты случайно не Лезли? Что-то я не знаю, кто это такой. Кто это такой вообще? Что это за чублик? Но я понимаю, что это доктор Хименес. А вот этот мальчик... А, вот Себастьян тоже задается этим вопросом. Это может быть даже Рувик. То есть, походу, как-то Рувик был связан с этим доктором, походу. Мне так кажется. То есть, это не пациент Марселла, это не Лезли, это не Себастьян в детстве, и это походу, Рувик. По крайней мере, так думает сам Себастьян. Так что вот такие вот дела. И что-то мне подсказывает, что сейчас на нас напоет Рувик. Ну ладно, не будем каркать. В общем-то, да, скорее всего, это даже может быть Рувик. Не знаю, что, за что он так обозлился вообще на весь мир, почему он всех людей зажимает под этот стем. Твою ж дивизию! Чё, охренел, что ли? Вот тебе топор. Получай. Ладно, поджигать его нет смысла. Так, ну вот мы исследовали очередную локацию. Ну, не локацию, то есть, а часть этой локации, то есть, да. И теперь давай-ка мы лучше сохранимся, наверное. Хотя, ладно, у нас профиль, в принципе, был сохранен. Так что мы идем просто дальше. Удерживаем вот так. Вот и активируется первая капсула. Да, да-да-да-да-да, тут будут капсулы, то есть, будет всего три таких головоломки с мозгами. И каждый из них будет все сложнее и сложнее предыдущих. Твою, налево! Что это за херня? Опять этот чертов Рувик. Твою мать. Куда бежать?
свою дивизию. Помогите, господи, боже мой. Что ты делаешь? Вставай, да давай, ну не выдыхайся, ну второе дыхание. Идиот. Дилетант, дилетант, на его месте надо бежать, он стоит, не думает, что же делать, дебил. Ладно, он не виноват. Благо, у нас тут недавно был профиль сохраненный, так что нормально, что нам бояться-то. Вот если бы он не запыхался, то, блин, я бы прошел. Я просто реально, что-то, не знаю, растерялся. Опять этот ролик. Ладно, я этот момент пропущу, наверное. Можно его смотреть. Так, ну вот мы продолжаем. Мы должны активироваться три капсулы. Первую мы уже активировали. Чтобы активировать вторую и третью, нам, в общем, нужно еще найти такие две головоломки с мозгами, которые будут намного сложнее. Собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся, так сказать. И сейчас вроде бы как ролик не появился, да? Но он тут по рандому появляется. Может появиться, может не появиться. Но все равно лучше не... Это самое, не останавливаться. Потому что... Если долго на одном и том же месте болтыхаться, то он может так и так потом прийти и... Капец копцов, блин. Но спички теперь появились. Так что тут надо все поаккуратнее. Так. Так, ну берем, и куда мы направляемся? Тут только одна дверь. Ну, наверное, сюда мы и направляемся. Твою дивизию, что это? Чё, охренела что ли? Страх потеряла бабка. Да, с врагом, по-моему, Рубик не поиграется. Давай-ка мы ее сейчас так же бутылочкой оглушим. Блин, а где она? Мне неохота после патронов на них тратить. Она нас потеряла. Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Бабка-то чё, охренела что ли? Страх потеряла. Так, бабка, давай. Твою налево. Успели. Спать. Окей. О, от нее дали патроны. Офигеть, обычно от них дают жидкость, а теперь дали патроны. А что он там, собственно говоря, разглядывал? Я что-то так и не понял. Что-то там разглядывал, а что он разглядывал, я в принципе не понимаю. О, детали. Давай-ка сейчас попробуем сделать болт. Может, у нас получится. Мы не можем. У нас так-так максимально. Но у нас есть все равно эти детали, так что мы потом так и так сможем. Так, у нас время практически к концу подходит, поэтому... Подобрать, что подобрать? О, еще жидкость, что-то я пропустил, да? Так, давай попробуем перезарядить. Так, ну все, собственно говоря, пустая комнатка такая. Нет, не пустая. Хотя все-таки пустая, да? Да, ну ладно, идем дальше. И что у нас здесь? Блин, 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 что это? Блин, за ящиками бомбочка спряталась. Так, подожди. Блин, постоянно я занимаюсь такой. Но все-то мне подсказывает, что сейчас может появиться Рубик, и поэтому мне хочется быстренько пойти к сохранению. Если он появится, то у нас остается только один шанс спрятаться здесь, но он может нас найти, у него же чутье, как не знаю у кого. Нет, я что-то очень боюсь, я лучше, наверное, скорее всего, сохранюсь. Пожалуйста, не появляйся. И, кстати, когда он появляется, то у нас нет, в общем, нельзя зайти в психбольницу. То есть, если он вот появился у нас, да... Нам нужно продержаться
в этом особняке. То есть в больницу мы зайти никак не можем. Когда он уже ушел, тогда мы сможем зайти. То есть вот такие вот дела. Я проходил, потому что я помню. То есть. Ну, все, 10 тысяч. Что-нибудь можно прокачать. Ну, здоровье, бег, я думаю, не стоит. Лучше что-нибудь, там, не знаю, болтов или там патронов. Максимальное время ускорения. Да ладно, не надо. Запас. Вот это, вот сейчас нужно арбалет. Вот арбалет, вот самое мощное оружие, его нужно прокачивать. Так, взрывной болт. Электро. Прокачали. И все. Больше ничего прокачать не можем, да? Потом нужно будет в следующий раз вместимость прокачать, то есть все такое. Так, ну да, уже время к концу подходит, давай сохраняться, мальчик. Да, и почему-то больница изменила свой вид, да? То есть тут уже деревянные потолки уже стали, да? Раньше-то были все из камня сделаны, из кирпича, а теперь дерево стало. Странно, да? Это с чем это вот мне интересно связано, да? Так, ладно. Так, где мы сохраняемся? Ну, здесь же, наверное, и сохранимся, чё. Ну да, здесь. Нет, подожди, не здесь. Вот здесь сохранимся. Ну что же, думаю, на этом можно закончить нашу первую серию 6-го сезона. Надеюсь, вам она понравилась. Пошли, оценивай, говори свои комментарии, ставь мне мысленные лайки. И ты, Димыч, тоже это делай, если ты, конечно, видео смотришь, на что я очень сильно надеюсь. Не говори мне, пожалуйста, если ты вдруг его смотришь, что я, зачем я это сказал. Я все правильно сказал. И говорите мне, снимать ли мне дальше очки или нет. Если вы заботитесь о моем зрении, то, в общем-то, решайте сами. Мне, в общем-то, все равно. Мне в очках даже лучше записывать, потому что зрение не портится. Ну, в очках тут неудобно из-за наушников. Так, немножко мешается чуть-чуть. Так, в принципе, все нормально. Ну, в общем, это была первая серия 6-го сезона. С вами был я, Кирилл, пацанючки, по Шенди и Димыч. Удачи вам и пока. Следующая серия будет довольно интересная. Мы разгадаем... Дальше пойдем разгадывать головоломки. С мозгами, убежим немножко от Рубика и, в общем-то, повоюем с нашими зомбачками, в общем, исследуем уже, наверное, скорее всего, успеем уже этот особняк полностью, хотя, может быть, и не успеем. В общем-то, как пойдет. Ну все, это была The Within, первый сезон, ой, 6-й сезон, первая серия, удачи вам и пока.